Всем привет, ребят, с вами Алекс, и сегодня мы будем играть в рулетку. Недавнее обновление, которое добавили у нас к Castle Clash. Играть мы будем на английском сервере, и сегодня можно будет сделать попыток, может быть, 200 на 4 аккаунтах получается. Потому что сегодняшней моей целью это будет выбить некроса, потому что я видел, что много людей как бы выбивали. Скрины всякие там кидали куда-то в группы там. Поэтому сегодня бы мне хотелось выбить некроса, возможно, даже стрелка, там, анубиса, ну, кого-то вот из трех этих героев. Это будет уже достижением, как бы, сегодня выбить. Ну, я думаю, что нам много попадает коробок и кулачков там. Только мне казалось что раньше, что тут место стрелка, там раньше была этот сет, можно было выбить. Каких-то рун. Но сейчас, видимо, изменили, потому что там можно было выбить сет психощита даже. Поэтому это было немножко читерно, наверное, как-то. Ну что ж, первая бесплатная попытка, и давайте начнем. Надеем склад. Вот, смотрите, сколько нам тут наград дали. Кулачков тут. Ну-ка. 1000 кристаллов героя. 26 тысяч звездочек. Так, 120 кулачков. И 1000 кулачков. На эволюцию, в принципе, там. Ну, сколько тут XP баков. Третьих, там вроде бы книжки какие-то падают, да? О, смотри, сколько книжек падает. Можно просто прокачивать героев тут. Вот, тут же по 100 книг тут лежит. Можно просто вкачивать героев, которые есть. Давайте мы закупимся. Сколько нам тут хватит? 40, да, да? А, нет. Вот тут меньше. 33 штуки покупаем. Вместе с бесплатной у нас 34. Начнем, давайте. Ну и вот опять та куча ресурсов, которые нам выпало. Давайте откроем коробку.
Просвет. Ну и на следующем аккаунте у нас еще 33 кулачка. Ну и вместе бесплатно 34. Давайте начнем открывать. Четыре коробки. Ну давайте коробку обновления таланта откроем. И бог войны давай. Ну ладно. Даже не представляем, кого это ставить можно. Плача можно поставить. На, пускай снеговика стоит. Ну вот и наш следующий аккаунт. Давайте закупим. Молочка. Давайте закупим молотков. 41 штука целая. Потому что тут у нас больше самоцветов, это 8000. Ну и давайте начнем открывать. Да-да-да, вы тоже заметили, да? Выпал нам Анубис. Наконец-то, я жду, он нам ничего с него не выпадет. Где-то сейчас мы увидим Анубиса, но перед этим давайте откроем еще две попыточки, давай. Давайте зайдем в склад. Вот он, Анубис. Жалко, это на русском сервере. Я хотел на русском сервере, но там самоцветов как бы нету. И заметьте, кстати, в прошлый раз, когда мы открывали 31 молоточек, ну, рулетку, да, раз, там выпадало по 24 XP паков. А тут как-то что-то нам не повезло найти. Штучки, ну, а кстати, а нам выпали эти коробки? Даже коробки нам не выпали, смотрите. Но зато нам выпал Нубис. Давайте посмотрим, с каким талантом нам выпал Нубис. И это тяжелый удар 1.8.
Ну, на этом, я думаю, пора заканчивать, потому что мы так выбили Анубиса, это неплохой результат. Ну, а если вы хотите, чтобы я продолжил и выбил Некроса, то пишите в комментарии, ставьте лайки. Также подписывайтесь на мой канал. Ну и всем удачи, всем пока.